Стрелец. Больше всего повезло партнеру Стрельца. Преимущественно эти люди – однолюбы. Но при этом они очень страстные по отношению к своей второй половинке. Стрельцы ценят гармонию в постели, редко отвлекаются на посторонние мелочи и готовы сделать многое для удовольствия любимого человека. Почему же людей так и тянет поближе познакомиться со Стрельцом? Дело в их неисчерпаемой внутренней энергии и здоровой уверенности в себе, которая не только делает Стрельца успешным в жизни, но и подчеркивает его зрелую эскаэссуальность. Стрелец. Больше всего повезло партнеру Стрельца. Преимущественно эти люди – однолюбы. Но при этом они очень страстные по отношению к своей второй половинке. Стрельцы ценят гармонию в постели, редко отвлекаются на посторонние мелочи и готовы сделать многое для удовольствия любимого человека. Почему же людей так и тянет поближе познакомиться со Стрельцом? Дело в их неисчерпаемой внутренней энергии и здоровой уверенности в себе, которая не только делает Стрельца успешным в жизни, но и подчеркивает его зрелую сексуальность. Скорпион. От всех знаков зодиака Скорпиона отличает многогранность. Они всегда готовы к новым открытиям. На интуитивном уровне каждый из нас жаждет экспериментов в момент близости, но не все готовы пойти на них, когда предоставляется возможность. Скорпион страстно и безудержно будет исследовать себя и своего партнера, открывая все новые и новые способы достигнуть блаженства. Но есть что-то, что может оттолкнуть от Скорпиона. Речь идет о его склонности часто менять партнеров. При этом этот знак зодиака вовсе не ощущает особой вины за измену, оправдывая сексуальные похождения своей невероятной чувственностью. Близнецы. Противоречия, которые таятся в близнецах, способны вызвать настоящий накал страстей. В большинстве случаев близнецы привлекают всех тех, кому надоела привычная обыденность. Они способны покорять другие знаки зодиака и притягивать к себе людей одним лишь взглядом. Главный инструмент близнеца – эффектность, на которую часто ведутся. При близком рассмотрении можно осознать, что они мне так просты, близнецы яркие, стильные, интересные и сексуальные, но это лишь одна их сторона. Это чрезвычайно глубокие и разносторонние создания, которые часто могут покорить вас полнотой своей души. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.